Ненецкий округ – один из самых безопасных регионов России по результатам проведенных опросов Минрегионразвития. Округ вошел в число регионов, где большее количество опрошенных респондентов позитивно оценили работу региональной власти. Одним из основных критериев оценки является удовлетворенность граждан различными аспектами деятельности должностных лиц. Действия властей по обеспечению безопасности граждан в целом получили поддержку жителей в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах и Чеченской республике, получили низкую оценку в Новгородской, Челябинской областях и Забайкальском крае. В большинстве степени граждане России удовлетворены работой региональных органов исполнительной власти в сфере общего образования и создания условий для занятий физической культурой и спортом, в меньшей состоянием жилищно-коммунального хозяйства и обеспечением безопасности граждан.